Привет всем, ребятки, продолжаем смотреть «Войны клонов». Заранее прошу прощения, то, что меня не было. Ну, типа, я сам обещал каждый день выкладывать по реакции, но я настолько был завален, и времени не было вообще смотреть. Очень хотелось, и понимаю то, что вы ждали, но сорян, так получилось. Продолжаем смотреть, осталось 4 эпизода, я думаю, мы их быстренько добьем. Погнали. Так, этого не было, по-моему. Звездные войны. Войны клонов. Часть первая. О старых друзьях не забывают. Срочно нуждается в подкреплении. Прикрывайте! Так, я примерно понимаю, к чему мы идем. Уже. В укрытие! В укрытие! Но я ждал Волкотан с Тохой. Оби-Ван. Генерал! Я погляжу, дела у вас идут потрясающе. Мы не можем найти тактического дроида. Прячется гад. А что вы делаете? На спокойнике вообще. Мы сидим в укрытии. Прячься. Вы ведь шутите? Там же максимум 1000 дроидов. Все равно знаю, что не остановлю тебя. Что ты задумал на этот раз? Ждите. Не стреляйте! Не стреляйте! Я пришел сюда сдаться. Сдаться? Отличная новость. Сообщить тактическому дроиду. Ваши войска превосходно себя показали. Но я понимал, что этот день... Р2, сколько нам тут еще торчать? Круто. Осталось еще немного. Вас поняли, сэр. Неплохо. Нужно было обязательно прям найти этого дроида, да? Генерал? Да, Коди. Можете присоединяться. Спасибо. Твой план снова сработал. Это наша общая заслуга. Не прячься вы так беспомощно, мне бы не поверили. Всегда рад помочь, друг мой. Учитель. Давно не виделись. Мы с госпожой Бокатан обнаружили лорда ситхов Мола. Если действовать быстро, есть шанс схватить его. А, и больше даже. Мне не хватает сил на полную осаду. Если не перекрыть город полностью, Мол снова сбежит. Содействие сил Республики вашему штурму нарушит вековые соглашения. Пусть Совет решает, как именно мы поступим. Пойдем. У меня есть сюрприз. Она повзрослела. Круто. Батальон! Смирно! Художники из нас не важные, но, думаю, суть мы передали. Круто. И у меня еще один сюрприз. Мити? Совет направляет нас на Мандалор? Нет, на Корусант. Гривус напал на столицу. Сейчас мы нужны жителям Корусанта. Нет. Вы нужны канцлеру. Ты несправедлива. Я и не пыталась. Повысим Рекса до командора и доверим дивизию ему. А Сока будет его советником. Что скажешь? Я согласна. Если идешь против Мола, тебе нужно это. Глупые. Может, даже лучше. Энакин! Удачи. Ты совсем не похожа на сестру. Простите, не захватил вам реактивный ранец. Мне и не надо. Жду тебя на поверхности. Ну
Неплохо. Спасибо, командор. Крутой кадр. Куда бежите-то, чё убегаете? О, таких вообще много. А, подожди, это склон. Я первая. А разве бывало иначе? Прикольный шлем. Ну, типа, главный там. Да смысл бить по шлему вообще? Говори, где Мол? Он хотел, чтобы ты привела сюда джедая. Только ты пришла не с тем. Асока, ответь! Вы идете в западню! Я надеялся увидеть Кеноби. Почему же здесь ты? Так. Эти четыре эпизода, походу, будут не похожи на то, что было до этого. Тут другая история уже, как бы. Так, ладно. Классно началась серия с обмана Энакина. Я и не сомневался в нем. Круто, красавчик. Долгожданная встреча. Было максимально как-то неловко и странно. И, собственно, интересно, как что дальше пойдет. Понятное дело, то, что они за свою тему, республика и так далее. Видно то, что Асока повзрослела, как-то поумнела, может, набралась опыта и уже как-то, ну, у нее взгляд со стороны. Если честно, я думал то, что Энакин подарит белые мечи, но оказались синие. Я до сих пор пока не знаю, как она получила белые. Ну, я думаю, узнаю это в будущем. Бо-Катан крутая вообще, конечно. Фигачит только так. И, ну, я подозревал то, что они в западню попадут. И понял то, что все-таки Мол ждал Оби-Вана Кеноби. И все это было... Он знал, в принципе, то, что они прилетят и так далее. Неплохая серия, давайте смотреть дальше. Check it out.